Привет, мы Воз Вуден, и я Тимур. Сегодня у меня на обзоре новинка. Дигл в скине термоядерное ядро. Приходит он в такой коробке. Откроем ее. И посмотрим, что ждет нас внутри. Хова! Информационные буклеты их в сторонку. И наш красавец Дигл. Ну, и стартовый комплект боеприпасов. Как же без него? Что мы видим? Мы видим очень яркий скин, который весь перемотан лентой. Он как бы намекает, не тронь меня, потому что я термоядерный. В общем, классный скин. Много шуток можно по этому поводу придумывать, но не будем. Лучше просто на него посмотрим и разберемся, что к чему. Это резинка стрел, как и все пушки от Воз Вуден. Единовременно рекомендуем заряжать в него до 8 резинок. Сейчас мы это сделаем, постреляем, а потом я буквально пару слов скажу о том, кто такие эти ваши Воз Вуден. Мы зарядили резинки, сейчас мы из него немножко постреляем, а потом я скажу пару слов о том, кто же мы такие, если вы вдруг не в курсе. В общем, пу! Стреляет Дигл классно. Дигл — это, кстати, самый мощный наш пистолет. Резинки из него вылетают максимально быстро и четко. Все изделия от Воз Вуден мы делаем сами на нашем российском производстве. Дигл не исключение. Он сделан из фанеры первого класса, покрыт экологичными красками и доведен до совершенства на разном оборудовании. Поэтому вы получаете такую игрушку, за которую не стыдно. Он часть нашего майского дропа. Хочешь посмотреть все изделия из него, переходи на наш сайт по ссылке в описании. Там же его можно купить. Я считаю, что скин получился весьма удачным и будет конкурентоспособным. Спасибо за просмотр, с вами был Тимур. До новых встреч!